Всем привет из Подмосковья! И сегодня я хочу показать вам, как выглядят саженцы голубики разных сортов на начальном этапе развития. Здесь у меня вот мироместемные саженцы инвитро разных сортов. Вот давайте посмотрим поближе. Дюк, Патриот и Денис Блю. Посмотрите, какие они все разные. Денис Блю мелкий-мелкий. Многокустистый. Такой, посмотрите. Вот из одного пучка вот такого можно еще 10 штук сделать. Посмотрите, листики какие мелкие. И много-много стволиков. Дальше Патриот. Патриот высокий, саженцы, листики покрупнее. Очень хорошая корневая. Посмотрите, как оплела гель. Вот его уже можно сейчас высаживать в грунт, адаптировать. Вот такие корни у Денис Блю. Тоже неплохие, но не на всех саженцах. На некоторых только колес. И последний Дюк. Дюк, верхняя часть, выглядит лучше всех. Крупные листики, крупные отростки сами по себе. Но посмотрите, какая плохая корневая. Только на нескольких вот кустиках. А так в основном везде только калиус. Но хочу сказать, что здесь видно какой-то другой состав вот этой питательной среды, потому что он немножко мутнее, чем вот здесь. Видите, прозрачная. В лабораториях тоже разные эксперименты делают, и не всегда удачно получается. Но ничего, он отрастет, время просто нужно. А вот Патриот, наверное, завтра буду высаживать. Здесь у них 100% влажность и стерильная среда. Конечно, Дюк сразу выделяется. Вот Денис Блю. Всегда у них кустики как-то вот такие послабее. Посмотрите, как много. Патриот.